Так, здрасте, здрасте, мои маленькие любители аниме. Привет, Вайс. Давно не виделись, да? Но мы сегодня даже выиграли. Я считаю, мы молодцы. Так, надо сабаться, Вайс, сабаться, донатить. Ты там, нет, то самое, не стесняйся. Ключевые ссылочки, то вот они. Так. Не та сцена сейчас. Так. О, Роман, здорово. Да, вот тоже сабысы донать. Тех касается. От вас зависит, что у нас будет в апреле, короче. На самом деле нет, не от вас зависит, пизжу. Не буду вводить вас в заблуждение. Вылетел у нас в прошлый раз, как вы помните, игра с сейва. Ну, точнее, мотоцикла. О, сразу с мотоцикла начинаем. Каев. Угу. Угу. Главное, ни в коем случае подсказку эту больше не это самое, не нажимать. Так, чатик пока не читаю. Ибо, чуваки... Ну, тут видите, да? Успел, успел. А, там надо было нажать. Я понял, 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 принял. Понял, принял. Ау! Ау! Тяжело немножко поверить сейчас, что это слэшер. Это просто поверьте. Это на самом деле слэшер. Вау! Я вот не знаю, имеет ли смысл так сильно ускоряться, как я ускоряюсь. Мне кажется, что нет. Блин. Вау, напоминает немножко наши ретро-стримы. Помните, у нас раньше... А, хотя вы не помните, не было никогда. Никого из вас точнее тогда еще. Ух, ебать, ничего себе. Когда мы каждый ретро-стрим начинали... Ну, почти каждый, ладно, ретро-стрим начинали с... Ой, как я что, даже соскучился по той игре, надо будет как-нибудь ее бахнуть. В Индии, можно в Индии этот вечер. Привет, Рэмбо. В Индии вечер можно будет сделать. Мой любимый Аутран подарю. А у нас скоро Индии вечер. Должен был сегодня, кстати, быть. Но так как вчера... Ну, короче, не важно. Ох ты, успел. Я успел. Блядь, не нажал. Башку въехала. Опять башку въехала. Блин, я не успею нажать. Тут просто, чтобы ускоряться, надо кнопку вперед нажимать. Это не очень удобно. И я не особо хорошо вижу, что передо мной. Ну я зато их настрелял много достаточно. Я ни хера не вижу, когда она. Давайте. Ачивочка. Ооо! Алертик, давно не слышал, я что-то это алерт, я даже не помню, что это алерт. СС. Ух ты, ёптыш! Ух ты ж, ёптыш! С уважением. С уважением, нихуя себе. Так, так. Тихо, тихо, блять, не успел, не успел, Led Zeppelin у нас там на музыке, да, помните, да, опа, успел, не туда, ну-ка, так, есть, тут можно на самом деле опоздать, это кажется, что типа проиграть здесь ничего нельзя, можно, поэтому я достаточно сильно стараюсь топить вперед. А, еще прыгать надо, еще ж прыгать надо, ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Эть.
Йогурт. Вот они слэшеры-то, а? Успел. Не, я успел, но ой, не успел. О, 300 рублей, Твайс, красавчик. Молодец. На этой миссии, ну это гоночки. Доехать до конца. На этой гоночке надо доехать до конца. Но не так, как я, конечно. Но это, слава богу, чекпоинт был. Нормально, все хорошо. У разрабов есть совесть. Ух, раньше игры делали, а? А вы говорите, Devil May Cry 5. Не, чуваки, нет. Вообще нет. Блять. Ух ты, ебать, там уже лучи-то какие. Молодец, Твайс. Надо тебя эту доску почета сейчас вести будет. Сразу не забывать надо, да, а то потом забуду. У нас теперь ежемесячно, кто донатит, тот в доске почета висит. Месяц, в котором задонатил. Молодец, Твайс. А, прыгнул, успел. Все, нормально. Опс. Ладно, нормально. It's acceptable. Ой. Ой, вот это не acceptable. Значит, надо, короче, отпустить пока ускорение. Блин, я думаю, что если я ускорение отпущу. А хотя давайте попробуем без ускорения. А то я просто не успеваю. Я вчера, чуваки, дико сгорел на Warframe, сорян, кто видел. Вот. Я, конечно, не рад тому, как я сильно сгорел. Но я думаю, те, кто давно на канале, они уже смирились. Тем, что иногда у меня бывают такие приходы. Кстати, я узнал, что за паттерн, чтобы залогиниться с геймпадом. Вы ёбнетесь, если я вам расскажу, поэтому я не буду вам рассказывать. Вот, но просто поверьте, что теперь с геймпада залогиниться — это просто подвиг, нахуй. Там просто ебануться, какая последовательность действий. Это просто пиздец. Это пиздец. Золото. Нормально. От игры сгорел. Они, короче, импровнули управление на геймпаде. Я не мог залогиниться в игру. И залогинился. Ну, сначала у меня была проверка кэша долго и упорно. Потом я не мог залогиниться. Потом я все-таки залогинился. Но у меня опять забагал сетевой код. В друзьях никто не отображался. Народ что-то весь ушел с канала, со стрима. И я перезалогинился, чтобы поменять порт. И поменял на русский сервер. И после того, как я бутнул игру, я не смог, короче, залогиниться по новой, потому что там очень сложный паттерн. Там просто, чуваки, пиздос. Тебе, чтобы залогиниться с геймпада, это просто пиздец, что нужно сделать. PayPal. А, Твайс, а ты на PayPal, да, у нас зарегался? По моему совету последовал, правильно. PayPal — это хорошо. Вот видишь, Твайс, вот смотри, вот. Ты, я не знаю, покупал с тех пор, как ты в PayPal зарегался в PSN или еще где-то, но ты прям должен оценить, насколько это, блядь, проще будет потом в будущем. PayPal — это такая халява, чуваки, все пользуйтесь PayPal. Вот кто регулярно в инете что-то покупает, PayPal работает везде. И вот очень часто бывает, что вот ваш магазин, где вы хотите что-то купить, не принимает вашу кредитку. А вот если через PayPal этой же самой кредиткой платить, через PayPal все прекрасно. Все вообще работает. И в PSN, и в Steam, блять, везде. Вот я сколько вот... Ни разу PayPal не отказывал вообще. Ни мне, никого я знаю. Вот все, кого я знаю, вот... Вот все. Вот если PayPal кредитку принял, а он ее практически всегда принимает. Я не слышал, чтобы PayPal не принимал кредитку.
Неважно, причем Беларусь, Россия, Украина, похуй вообще. Он, то есть PayPal вообще похуй. И он является как бы гарантией качества. И через эту кредитку потом работать начинает вообще везде. Поэтому, чуваки, вот кто в инете что-то будет покупать, там цифровые версии игр и так далее, юзайте PayPal. То есть прям PayPal наше все. Сегодня, кстати, как раз вот недавно обсуждали с людьми цены на этот самый, на карики для свеча. И я думаю, блин, дай-ка я посмотрю, сколько стоит цифра. Там, та же, например, Легенда Зельды. Да, Легенда Зельды сейчас действительно стоит овер дохуя. Цифровая. А вот если зайти на видеоигр, то новый карик. Знаете, сколько на видеоигр.нет стоит? Просто обычный магазин. 3,5 тысячи. То есть, как бы все, кто говорят, что на Nintendo дорогие игры, типа в разы дороже, чем где-то еще, да нихуя. Мужик, ты, пожалуйста, просто, блядь, остановись! Ты понимаешь, что это вообще нечестно, то, что ты делаешь? Мужик, ты можешь просто, блядь, остановиться? Не, я не понимаю, что происходит. Чувак, просто, блядь, остановись! Чуваки, я вообще не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Не, я не знаю, чуваки, это бред какой-то, реально бред. Не, я не понимаю, почему Twitch время-то не работает. Я Twitch время вот это не работает, я не понимаю. Я же уклоняюсь в последний момент. Игра, пожалуйста, ёб ваших матерей, разработчики, что вы сделали? Да просто, блядь, остановитесь! Они причем не останавливаются? Я не понимаю, что... А, это они потом еще объединяют в одного. Чувак, просто, блядь, остановись! Да просто, блядь, остановись! Да! Ой, мать, я не понял. Что с игрой? Игра сломалась, что ли, или что вообще? Я тебя сейчас забуду просто пистолетами, ты даже заебал. Да пошел ты нахуй. Да пошел ты нахуй. Пошел нахуй. Нахуй сюда пошел. Нахуй иди. Не, ну если он такой ублюдок. Блять, я не понимаю, что ты делаешь! Чувак, остановись, блять! Наконец-то! Наконец-то, ёбаный стыд. Не, ну Switch он мобильный, вот это все, это я не спорю. Но я просто к тому, что видеоигры работают во всей России, например. Во все регионы России доставляют, насколько я знаю, через почту. 3,5 тысячи рублей новая игра. Ну, в смысле, новый карик имеется в виду. Там не у всех Авито есть, я понимаю, не у всех там в городах продают по 2000 рублей, там бэушные, да? И да, если зайти на Nintendo.ru, цифровая версия Зельды стоит 5,5 тысячи рублей. Да, я не спорю, но на видеоигр нет, новая запечатанная Зельда стоит 3,5. То есть, как бы, в чем проблема? Марио тоже 3,5 стоит. И работает по всей России доставка. Я уверен, что в других городах, ну, в других странах тоже это есть. Не попал. Аля. Ну, 26, ладно.
Майки слились в России. Да, я что-то слышал, что у них Windows Live теперь не работает в России официально. Это как-то странно немножко. Это странная херня какая-то. Я не совсем понял, как бы, чего. Ну там как, оно есть, там если в магазинах в розничных покупать теперь код надо. Но я что-то... То есть я так понимаю, Microsoft в России совсем загнулся. Это очень странная тема. Вот. Так, надо добавить. А то я забуду же. Герои современности наши. Вот Вась молодцы, на стримы приходит и играет еще вместе. Ну и еще денежку заслал. Молодцы. Роман и Твайс. Герои нашего времени. Молодцы. Так, интересно, куда Тирлен делся? Я ему даже в личку написал, но ничего не ответил. Мне прям даже интересно. Я, может, что-то спизнул такое на каком-то из стримов. Даже не знаю, что-то прям. Я просто иногда могу там какую-нибудь игру говном назвать. Это обижает некоторых людей, что типа, блядь, как можно такую игру хорошую там. Вот. На это не обращать внимания всегда. То есть это, ну, такое бывает. И это бывает со мной. Так. Давайте купим с вами сердечко. Угу. Еще можно одно купить, да нихера себе. А, и вот это, кстати, хорошо купить. Вот так, а хилки, что у нас там по хилкам-то? Давайте купим еще хилку. Пол игры где-то мы прошли с вами. Сегодня чувак, который на Apex пришел, короче, зрители, черкаш или что-то типа того, посидел, что-то в чатике поболтал, зафоловился, потом отфоловился и ушел. И счет на разовый зритель один. Блин, я вот реально... А, нет, это может интересный ролик быть. Я вот реально не понимаю людей на Твиче, конечно, иногда просто пиздец. Вроде пришел, говорит, типа, круто, там PlayStation, все дела, стрим, типа, я вот тут буду смотреть с PlayStation. Посмотрел, пообщался, зафоловился, потом отписался и ушел. Че, блять, вообще? Вещи, конечно, странные люди иногда приходят, очень странные. Ну, чек, ладно, чувак, фейс. Ну, а, циферблат. Где-то мы это, говорит, уже видели. А, это надо, наверное, по этим прыгать. Ой. Да, но только, наверное, по этим надо прыгать. Человеческого обличия, наверное, да? Да. А то я слишком далеко. Прыгнул пантеры. Так. Давайте мы лучше сюда спустим. И стой! Ой, я пару не поймал. Ну что, а может тут тоже можно ходить? Нет, тут нельзя уже, тут невидимости. Жалко. А во ворона. Стой. Есть. Собери всех. Интересно, что за лазурит за ачивку не выполнил, что он платину не сделал в байонете? Я просто даже не представляю, что он мог не сделать. Макс бонус вам. Очень удачно, что он делает, конечно, подсечку она делает. Ух ты, нихера себе. Ключ.
статуи что-то тут тоже. Статуя, а чё, а чё это статуя? Ну, выбрось ключ, выброси ключ, выброси бяку. Выброси. Не выкидывает бяку. Ладно. А почему статуя светится? Ладно. Зачем нам ключ, интересно? Так, сюда нельзя. А, может быть, мы должны... Нет. Не понял. А, во. А, во. Это я не ожидал, конечно, не ожидал. Ага. Так, ну здесь наверняка есть что-нибудь еще. Давайте посмотрим. Я прям не верю, что на этом все закончится. Так, отлично. Дверку не откройте. Опа! Пластиночка. Я не знаю, что это такое, но ничего так. Ничего так. Так, а если мы пойдем сюда, что мы здесь найдем с вами? Здесь тоже можно сломать явно. Опа! Ну, пойдемте. Пойдемте. Челлендж accepted. Было бы забавно, если внутри секретки была бы еще секретка. Но это ладно, это уже совсем перебор. Так, defeat all angels before they expire, you must be out of body to defeat the enemies. Out of body. А как? Что-то я не... А разница в чем? А, то есть они дамажить попытаются мою эту сам. Я понял. А-а-а, он хитрожопый разработчик. То есть они пытаются дамажить мою эту самую. Это, блядь, будет сложно. То есть мы, короче, out of body, если уходим, то они пытаются дамажить не нас, а... Значит, надо в уголочку какой-нибудь поставить и защищать. Чпунь. Идеальный тайминг. Ох ты, зараза. Хорош. Стой, не надо бить-то. А можно мне, блядь? Мне сейчас на самом деле пиздец придет. Да, это, блядь, будет сложно. Ну, то есть ставить надо в уголку, да. Но в уголку поставить в круглой арене достаточно сложно что-то.
Не, ну это бессмысленно. Это бессмысленно. Я не смогу. Блин, а как же я это делал-то, а? То есть они на похуй просто будут подходить и убивать этого самого просто и все. Как же я это делал? Да подожди! Ну почему вы ее бьете-то? Ну почему вы ее бьете? Я же вот стою! Ну почему вы ее-то бьете? Я не понимаю. Ну вот же я стою. Ну ее не надо бить. Надо меня бить, не ее. Не надо ее бить. Не, ну это бред вообще, пиздец. Это только из конца в конец если бегать. Ну не надо так делать, пожалуйста, не надо! Чё за хуйня, а? Не так, не того. Ну не надо так делать! Блин, ну это пиздец какой-то, Вьетнам, реально. Не надо так делать, ну я же просил так не делать, ну не надо так делать. Блин, не знаю, что-то слишком сложно, слишком их много, их слишком овер дохуя просто. И они еще такие тупорылые, их просишь не делать, они делают, блять, они что, дебилы что ли совсем, а? Ну не надо, пожалуйста, трогать ее, ну не надо! Ну я же вот стою, ну меня, блядь, бейте! Ну не надо, пожалуйста, бить мой несчастный этот самый. Ну, ребят, ну серьезно, ну. Я не могу в это играть, просто не могу.
Успел. Успел. Сука. Блять, не смогу я это пройти, мне кажется. Слишком плохо игра сделана. Я не знаю почему, но они просто на похуй идут на мою точку эту, и я ничего не могу сделать с этим. Я ничего, я никак не могу ее задефить. Они на, просто на похуй идут на нее и все. Ну как ты меня ударил сейчас? Как? Ну как ты меня бьешь? Ну почему вы меня бьете-то? Я же вас бью. Вы не можете меня бить, пока я бью вас. Я не понимаю, как это работает. Они почему меня бьют? Я же бью их. Почему они меня-то бьют, блядь? Я же стагерю их ударами своими. Не, я не смогу это пройти. Я не смогу это пройти. Ты не попал по мне. Ты не попал по мне. Не того, да? Не того. Не того. А вот он просто стоит здесь и тыркает мою эту Все, он сломал мой купол. Привет, Резолут. Бля, я не ебу Резолут, как проходить эту... Это невозможно пройти. Они ломают хреновину, я ничего не могу сделать с этим. Они ее просто ломают и все. Куда бы я ее, блядь, не поставил, они просто подходят на попу сзади и ломают ее. Не попал по мне. Я нажал. Да вот я пытаюсь, да, не получается.
пожалуйста, пожалуйста, блять, пусть это будет последний, нахуй. Пусть это будет последний, пожалуйста, игра, я очень быстро их убивал. Фу. Фу. Не, английское оружие охуенно, оно ауе, что очень сильно стегерит их. Английское оружие очень хорошее. Ауешечка заебатая, стегерит. Никто подойти не мог. Я сейчас за счет шеста как раз и убил всех. О, бля, надо футболку снять. Ну, если не футболку, то вот толстовку. Ой, сейчас опять, как обычно, в марте становится тепло. Но топят батареи, как, блядь, минус 20. И в итоге сидишь в печке такой, пиздец. О. О. Так, сейчас, секундочку. Всем привет, да, кто смотрит, свой народ есть. Приятно. О. Не, нормальных людей есть краник на батареях. Но у меня батареи старые советские, и краник этот лучше не трогать. От греха подальше. Но взрыв от коктейля, что радиус почти такой же, но еще и бывает. Да, радиус у них классный, действительно. Вот это вот очень хорошая вещь. А, только он единственный взрывается не сразу. Смотрите, я не знал, что он не сразу взрывается. Бля, это еще надо ждать полгода. Вот, и... Ну, нормальных людей краник, но у меня лучше не трогать, да. Этот краник. Не, ну байонеты, чуваки, это шедевр, конечно. Это пиздец, какая же она охуенная. Блин, она гораздо лучше, чем любой другой слэшер. На мой взгляд. Я прям свич хочу ради второй байонета, и теперь еще тоже. А, Рагива, если рядом сразу взрывается, понял. Байонет, это шедевр, конечно, бля, просто шедевр. А, кстати, а почему ты на платину не сделал байонету? Что за ачивка такая, которую ты не смог сделать, лазурит? Расскажи-ка нам. Мне даже интересно. Там лазурит не сделал ачивку в любимой игре. Ну, раз ты все ее прошел на пир платину, значит, это явно одна из твоих любимых игр. Ох. Ну, я, наверное, в ту сторону бегу, да, в ту сторону. Нет, я думал, на шарик надо, обычно на шарик надо было, я сколько помню. А, нет, там еще одна. Так, вот сюда надо идти. Где он там пересекает? Во. А, ну журналы, вороны, это ж не сложно, если ты это самое задрачиваешь так, как ты задрачиваешь. Ну что-то не сразу взрывается, не сразу взрывается, я так понимаю. Да не, они подойти прям пиздец должны. Заряжаешь, он может ударить. Так, куда нам отпихать? Прямо в эту планету или куда? А, планету, да. Привет, Рейвен. Байонет не смотрит. Ну, это же нормально. Это же все-таки старая игра очень. И плюс это слэшер. Слэшер лучше игра, чем смотреть. Ну, твой задонил 300 и сделал стримы по байонете Total Wolf. Когда люди донатят, это хорошо. И поэтому стримы по байонете будут до конца. Я, мне очень нравится в нее играть. И я прям радуюсь, что играю в нее. И еще и донатик прилетел. Вообще замечательно. Вурф. А так я знал, что байонет. Я же на нее начинал три раза. Ну, третья, это уже третья попытка. Вот. Байонет — это самая первая игра, которую я на этом стриме, на своем канале играл. Самая первая игра.
Crash Bandicoot у нас начался с вами. Господи, божественная игра, просто божественная игра, чуваки. Какой же здесь охуенный дизайн. Те, кто вот вам скажет, что Devil May Cry лучше, не верьте, это ложь. Вот это гораздо лучше. Разнообразие геймплея просто пиздец. А какой дизайн левелов, это просто жесть. Просто ебануться. Шедевр. Так, это что такое? Это надо что-то крутить его, да, там, по-моему, что-то куда-то там будет у нас в итоге, да? А, все еще на шестеренке стоит, наверное. Ага, вот и она. Хорошо. Это мы типа мостик можем ставить, понял? Понял. Ну это God of War уже пошел, чистый God of War. Блин, охеренно. Это еще чё? Переходи на Зельду в апреле. Ну, я так чувствую, что, скорее всего, уже к апрелю я куплю себе Switch. Потому что в апреле стримить нечего. А дропать канал не хочется. Поэтому я постараюсь, наверное, купить Switch. И... А можно, пожалуйста, так не делать? А, мы должны, короче, отходить, когда он прыгает, я понял. Это что за хуйня? Лазурит. Что это такое? Почему оно за мной летает? Ой, враг. Ой. А, нет, мы не можем сделать это, я понял. Надо именно в воздухе быть. А это ключ? Это странный ключ. Так. Бля, не получилось. Ачивку дали, нихуй. А можно меня перестать пиздить? Все, мне пиздец. Подставил. Да, блять, воскреснет и ебаный стыд! Да почему так сложно? Сука, как же я ненавижу тебя, ебаный ты ублюдок, блять! И что делать? Не, ну не смотреть заставки. Я смотрел заставку. Ну нет, на самом деле, но... Заебись. Да пошел ты нахуй! Заебись. А что сделать ты должен вообще? А, я не смогу, да, воткнуть ключ? Но я их не убью.
Фух, все. Короче, в любом случае, скорее всего, всех надо было убить. Я их убил, я молодец. Пойдемте посмотрим внимательно, что тут еще было. Одуреть, просто одуреть, какая же сложная игра, это пиздец. Третью надо делать проще. Я надеюсь, третья будет проще. Нахуй такие сложные игры. Кучка не забрал. Даже он лазурит не смог ее на платину пройти. Это где-то такое видно. Слишком сложная игра. Опа, что там светит? Ну-ка. Не? Ладно. Понятно. Блин, я думал, здесь что-то наверняка будет. Потому что такая богатая, богатая, кажется, да? Комната такая. Ну, в смысле, ну нет, что-то нигде ничего нет. А, во. Стой. Эх, пару будет просто. Не, игра реально очень сложная. Ой, марево. Начинается у нас марево, пацаны. Так. Так. А, ну так вот. На байонете-то еще не так мало народу. Вот когда я здесь буду проходить. Я тут посматриваю иногда девчонку, как раз ту, которую, помните, я вам говорил, когда она стримит, YouTube смотрит. Ролики ее смотрит там человек по 200-300, а когда она включала метро, у нее было по 100. А потом, короче, она еще решила постримить Зельду. Я как раз зафоловил даже ее. Думаю, надо посмотреть статистику, как она вообще будет. Ей Зельда понравилась, с удовольствием играет, смотрит 50 человек. То есть, как бы заебись. Но мне терять-то нечего, как бы у меня один хер народ нет. Поэтому сейчас идеальное время для того, чтобы Зельду катать. Вообще все равно какая разница, у меня никого. Надеюсь, что главная игра понравилась. Я люблю как бы такие игрульки, но никогда не знаешь. Но забавно, девчонка смотрит YouTube, у нее по 300 зрителей. Так, а можно как-то я успею что-то сделать? Ясно. А, он, по-моему, запрыгивает. Не надо, пожалуйста, так делать. Да не надо, пожалуйста, так делать! Игра! Да... Да... Не, ну серьезно. Игра. Ты, блядь, сейчас серьезно, да? Упс. Чуваки. Ну не надо отходить-то, ёб твою мать! Пиздец. Слишком сложная игра. Слишком сложная игра. Надо проще игры делать. Ой, Зельбоб, здорово. Так. Лады, я помню, что здесь где-то была секретка. То здесь, если что-то где-то сделать... Или не здесь. Я помню, что с этими корабликами связана была секретка. Но я уже не уверен. Может быть, мы сначала должны... А, есть, но не здесь. Так,
Так, а если сейчас бегу, что будет? Чтобы бэктрекинг... О, смотри, можно статую сломать. О, хилка. Так, кстати, хилка, нам надо хилку создать с вами. Полную хилку. Да, я же желтый вроде делал. А красный это дэмэдж баф, да? Красную пока делать не будем. Давайте сделаем желтенькую. Красненькую. Слушайте, а что птица делает? Я не помню. А, птица, по-моему, просто бред пизды даст. Птица это чит. Ну и вон. Ой. Тихо, тихо, спокойно. Тут, по-моему, надо по ним стараться попадать. Ой. Не получается, не получается. Плоть, плоть. Нормально. Тихо, ты чё? О, смотри, что у меня есть. Садись. О, железный конь. А такая, не-не-не-не-не-не-не-не. Мы такие, да-да-да-да-да. Ой. Блин, она не умерла. Потому что я не дотыркал. Ой, с ними этот не работает же точно. А, это работает. Иногда работает, иногда не работает. Тут хуй поймешь. Так. Ладно, нам явно туда, да? Других вариантов нет. Опять дурацкий этот камень. Камень, иди нахер. А, ну понятно, надо успеть побежать. О! Давайте зайдем. Нам, по идее, хватает на новое сердце. Хотя, ну, давайте посмотрим, там сейчас нам вроде бы расскажут про оружие новое. Хотя нет, я с ним нихера не слушать не буду. А почему мне дали новое оружие? Я вроде, знаете, собрал. Пластинки новые. Вичхард, мне не хватает на вичхард. Чуть-чуть не хватает, жалко. Ну ладно, давайте хотя бы тогда хилку. А, блин, я не потратил большую хилку, да, до сих пор. Ну ладно. Давайте тогда одну маленькую. Странно, пластинки вроде собрал на какую-то там новую. Ну нет, не собрал. Жалко. Где-то я затыкал. А, можно, кстати, и так сделать. Можно вот так сделать. Пойти купить еще один. И не париться. О. И какой я хитрый и умный. О!
Единственное, на свече будет очень тяжело, там раскладка кнопок совсем другая. Там будет, блять, нормально. Там будет тяжело. Слышь, заиграть этот вопрос. Ну, на ПК, это есть, кстати, на ПК. Байонет. Поэтому, пожалуйста. Байонетник на ПК есть. Недавно как раз вот выпустила Sega Байонеткина. А нахера? Кто не знает вообще? Нахера я тут прыгаю? Ну, будем считать, что для того, чтобы вот сюда прийти. Но это что-то я помню. А, нет, не отсюда пришел. О! А, не потянет. На плойку четвертую. Ну, Devil May Cry 5 вот вышел буквально. Ну, я его, конечно, советовать не могу, но вот Лазурит советует. Да, Лазурит, ты советуешь? А еще какие слэшеры? Давай, Лазурит, вспомним с тобой, как, так сказать, мастера слэшеров. Какие слэшеры есть на четвертую плойку? На третью плойку есть Ниндзя Гайдены. Ебануться, конечно, жесткие вещи, но тем не менее. А на четвертую из слэшеров... Я даже, кстати, не знаю, на четвертую... На четвертую я даже слэшеров не знаю, таких классических. Их вообще, в принципе, почти не осталось. Байонетка, The Devil May Cry. Нет, God of War это... А, ну третий! Третий God of War есть на четвертой плойке, да, ремастер. Вот это можно поиграть. Ёб твою мать. Ох ты, сука. Ты охуел? Батя хорош. Есть. Декаслэшер почти мертв, как. О, волейбольчик играем. Как данность слэшер-то почти все. Упс. Ну сейчас после Devil May Cry 5. Я на самом деле рад, что взлетела игра, ее так приняли хорошо, это хорошо. Это, во-первых, возродит, точнее, заставит задуматься Capcom о том, что надо побольше таких игр делать, это раз. И может быть возродит слэшеры, это два. То есть люди поймут, что если сделать как следует, то это оценят и купят. Это просто шикарно. Я очень рад, что новый Devil May Cry взлетел. Это открывает новый горизонт. Вот. Потому что есть игры, которые я считаю, ну, объективно говном.
А есть игры, которые я считаю нормальными, просто мне они не понравились. Вот God of War, если вот... God of War мне, кстати, на самом деле тоже новый не очень понравился. Вот. Ооо! Pure Platinum. Слишком сложная игра. Бля, у меня руки от этой игры болят. У меня реально болят руки. Да ладно, серьезно. Нет, надо вперед стрелять было тотально. Ну 50, ладно, 50 есть, окей. Можно обменять и купить сердце. Да, давайте лучше обменяем и купим сердце. Да, у нас ровно на сердце хватит. Мне новый Гоф понравился. Единственное, что сюжет обрывается так, типа... Это не обрывается он, а... Потому что трилогия будет. Это первая часть была. И плюс он обрывается на самом деле тем, что нам сообщают имя мелкого. Мелкого зовут Локи. А Локи — это божество скандинавское. И это намекает на то, что мамка его ходила налево. Ну или она изначально, он приемный сын. Я всегда, кстати, думал, что это приемный сын, потому что он очень холодно к нему относился всегда. С самого начала игры он достаточно прохладно к нему относится. Обычно так к приемным детям относится. К родным все-таки как-то попроще люди. Вот. И он как-то так всегда... Причем он его не сан, он его никогда сыном не называл практически в игре. Он его всегда бой. Мальчик, то есть он никогда его практически сыном не называл. И это тоже намекало. Поэтому мне кажется, что она не то что налево ходила, скорее всего, она с прицепом уже была, когда к ней Кратос подъехал. Просто, ну, не парню не говорили. Потому что зачем парню такие вещи сообщать, правильно? Ну, скорее всего. Вот. Да, ну в русской, да, в русской он как бы сыном иногда, да. Ну, не, в оригинале он тоже объяснял. В оригинале он тоже сыном его называл пару раз. Да, сыном, да, назвал его. Но всю игру он бой, мальчик, да. И это очень важный такой момент. То есть, как бы, он его за сына не считал. Поэтому я думаю, что он уже, она уже с прицепом была, когда к ней Кратос подкатил. Я покупать не буду, скорее всего, пятый God of War, потому что мне прям четвертый геймплей не очень. А менять они вряд ли что-то будут. Я не верю, что они откажутся от своей концепции вот этой дебильной камеры шутерской и сделают нормальный полноценный слэшер. Я просто в это не верю. Так это мы смотреть не будем. Надо съесть. Надо съесть. Не, съешь его, просто съешь его. Ох ты ж, япона мать, как же хороша эта игра, пиздец. Руки сейчас нахер отвалятся, правда, но... Давай-ка по полной девочку примем, есть! Домой. О, золото.
Так, может ли здесь где-то быть секрет? Кстати, может, учитывая, что, смотрите. Угу. А, ну это обшивка. Это вряд ли здесь что-то может быть хорошее за обшивкой, правда? Ну да. Так, это вряд ли откроется. Ой. Ну, короче, ладно. Кстати, читерская комба, ее очень легко сделать, и она очень сильно дамажит. Она выключает, роняет сначала, а потом уже по лежащему очень сильно херачит. Пик. Надо ее почаще вязать. Ну, крыша, жалко, по крыше нельзя походить. Главное, чтобы они не сделали, не дай бог, open world, третий байонетку. Хуже всего это будет, если они open world запилят. Третью байонетку, блин, это будет просто ужасно. Я надеюсь, что третья байонетка будет классической. О, здрасте. О! А, я понял. Да, твою мать, не застревай в фонариках, ты серьезно что ли? Женщина, ну ты чего? Ну давай, да. А, невидимая стенка, я понял, ну ладно. Тут просто тоже похоже на то, что секрет может быть где-нибудь. Я его пропущу, скорее сейчас крутиться будем на шесте. Так, а что еще где-то, да? Серьезно? А, вон на секрет. О, фак. Ой, хорошо, ой, хорошо. Надеюсь, что вот эта кнопка. Не, эта кнопка, блядь. Лучше уничтожить свой стик называется. Но он все равно сдохнет, ладно. Не, не сдох. Пошел нахуй, чмо! Домой просто, Flawless Victory, блядь! А что мы сделаем-то здесь, хотим с вами сделать-то мы чё? Что я кручу-то это, зачем? Да? Да? Ну ладно. Угу. О, супер миссион. Все, нас так или ман. Так, ну пойдем, сходим, блять. Ой, до свидания, руки мои, просто доски, до свидания, руки мои. Так, defeat all enemy angels before. Time experience, enemy can be defeated using Wicked Wave Attack. Wicked Wave Attack. Что такое Wicked Wave Attack? Вот это считается за Wicked Wave Attack? Нет, не считается. Хорошо. Ой, ёптвою мать. Нет, нет, тоже не считается. Это тоже не считается. Так, лазурит, что такое Wicked Wave Attack?
Я не понимаю, как... И что такое Вики твои фатак? Классик. Так, а как нам сделать, чтобы появились? Так, ну давайте. То есть мы должны сделать пустое место? А как мне сделать пустое место? Блять, она отменяет атаку. Так. Ну это вот это зря они сделали. Это очень плохая миссия, это худшая миссия в этой игре. Это очень зря они сделали. Бля. Фу. Механики знает. Не, ну я знаю более-менее. Я на самом деле на Xbox проходил более-менее неплохо. Но я старенький уже стал, ребят. Возраст берет свое. Ну-ка. Есть. Ну ёб твою мать, ну... Нихера ты живучий! Я вроде бы отхожу далеко. Есть. Да ёб твою мать. Сука, как ты меня заебал бегать за мной, а? Да ты заебёшь так быстро за мной бегать, чувак. Ты... Не, ну я не понимаю, чувак, тебе больше всех надо, что ли? Я не понимаю. Ты где вообще? Тот, которому больше всего было надо. О-о-о-о. Ну бей. Я не уверен, что этим говном можно убить. Мужик, мы остались с тобой вдвоем. Пожалуйста, не зафакапь.
Мужик. Ты заебешь, я прошу тебя не факапить. Бля, может быть можно из этого, а? Нельзя. Нельзя, понятно. Выкинь это нахуй говно. По-моему, я не успеваю по времени. Да, я по времени еще не успеваю. Ебать колотить, охренеть. Чё-то вот это прям вообще сложная дичь. Они как тупорылые ублюдки просто бегают за тобой. Ты такой, типа, чуваки. Ну давай, выстрели уже. Не буду, да, стрелять на то. Да я с комбой-то вроде проблем нет. Двойная комба. Двойная комба. Ну, написать всегда можно, да. Я попробую. Вот чё ты бегаешь за мной, чувак? Бля, я не знаю. Это пиздец. Он реально... Вы видели? Он просто бежком. Он, точнее, бегом. Он буквально бежал за мной. Е, Б, Y. А это считается? А, да, действительно считается. Лол, она действительно считается. Я знал об этой комбе, но я не знал, что она считается теневой. Она же вроде просто катаны бьет, не? Да, действительно. Пошел. Спасибо за подсказку, вот это клёво. Бать, я не умер? Ну! Ой, ёп. Да ёпты ж, попал под удар. Попал под удар. Да просто комба, да, не слишком долго. А это она... Блин. Как я умудрился сейчас? Ну, правда, не очень далеко. Но очень сильно. И у нее, конечно, шикарная ауе.
Ну не надо меня бить! Мы с вами жили без этого и проживем. Еще очень... Ну не надо меня бить! Да вы что, дебилы что ли совсем? Я... Враги дебилы! Пошел. Бывает, когда одно и то же нажимаешь. Блять, я уже в кнопках путаюсь. Я хочу вот этого добить. Ну как ты это сделал? Наконец. Да! Без анимации! Чувак, без анимации! Серьезно! Без анимации! Ты сейчас ударил меня без анимации! Серьезно! Пиздец! Ебануться. Бля, не, ну ребят, ну должна быть анимация. Вы чё, всю игру когда бьёшь и привыкаешь, что анимация есть. И те говорят, что больше анимации не... Да не, ну чуваки, ну серьезно, ну бля, ну пожалуйста, ну вы чего? Ну ребят, ну серьезно, ну вы ж не попадаете, нихера. Пиздец. Не, там на слух тоже не было звука никакого. Я и на слух, и на анимацию смотрю, ничего не было. Там просто был сразу удар, и все. Там невозможно среагировать. Когда ты привыкаешь как бы на анимацию, на звуки ориентироваться, там не хватает времени. Здесь очень сложная миссия. Из-за того, что она очень долгая. Да как? Да как? Да. Да ёб твою мать! Ни звука, ни анимации, нихуя! Серьезно.
Да. Есть. Сука. О! Да ежешь. Перед львом еще раз. Я что здоровался? Пипец. Ой, фу, Pure Platinum. Зато Pure Platinum видели как? Да. Пиздец. Нахера я эти второстепенки прохожу, я не знаю. Жесть, какие они сложные, конечно. Я так понимаю, это вообще секретка была. Ну, в смысле, как бы... Нам не сюда нужно было изначально тянуть эту хреновину. Но мы типа притянули сюда, потому что мы типа дохера умные люди. Ну и нормально притянули, я хочу сказать. Будем дальше. Пусть камера отъедет. А, вон там мост. Ну да, мы на секретку сначала на это самое наехали. Круто. Круто, как мне повезло, что на секретку сразу наехал. Да, всем привет, кстати, раз новый зритель, если не снять, подписывайтесь на канал. Ой, е. Ух ты, чуть мы сделаем. У нас будет еще вторая байонета в будущем, и третья. Поэтому смело фоловьте канал. Вторая будет относительно скоро. Twitch планирую с приобретением. Зельда будет. Да, если есть фанаты. О-о-о. Ебать. Ясно. Ясно. А можно как-то я попадать буду? А можно меня не бить? Так. Мы вообще как это должны убивать? Нормально. У меня вот такой вот удар есть, я еще помню. А, ну нормально. I'll take. О, Pure Platinum. Блин, что-то я совсем не нахожу всякие ништяки, секретки. Ой, бля. Чувак. Здорово. Мужик, я ж нажимаю. Вау. Быстро я его отработал. Это те, которые раньше были боссами, теперь обычные мобы, да? Так, и как тебя убивать? Раньше тебе надо было какую-то хрень сломать. А теперь как тебя убивать? А ты чё... А, я эту кнопку нажимаю, лук. Ух ты, нихера себе. Ладно, мужик, давай.
Ближе к делу. Что с тобой делать, мужик? Мужик, ты душ. Не души, ты душ. Ладно, я понял. Ой, я чуть не смог. А, во! Ах ты, зараза! Не видно лазер ни хрена, когда он поднимется. Ну, более-менее, ладно. Ни нашим, ни вашим, как говорится. Ау! Рано. Сейчас происходит. Тентакли, тентакли. Ой, ёп. Мужик, как нехорошо делать. Я думал, ты ебальник поставил, чтобы я тебя убил. А ты ебальник поставил просто так, серьезно? Интересно, а вообще можно бить, когда вот... Когда он на таком расстоянии? Я вот других вариантов не вижу, кроме как в него стрелять только. О! Не будем выебываться всякими комбами. Байт наебальник, да. Сучонок. Успел. 260 АПМ просто. Бам! Мы тебя достреляем. Тоби пизда сейчас уже, чувак. Готовься. Сейчас ты сдохнешь. Ой, ёб твою мать, неудачная, как доехал опять. Ну ему хана, все. Все. Метрик. Привет, Метрик. А ты играл во вторую Байонету? Как тебе вторая Байонета? Так же хороша, как первая? Что за хуйня? Ой. А, нужен good timing. Нам замедлить время нужно, короче, с вами, походу. На ютубчике тоже проходил. А я вот буду играть, да, свечку купим сейчас. Блин, не, надо, походу туда надо прыгать так. Уть! Да, замедлять время не нужно. Так, а давайте мы пока не будем заходить. Блять. По-любому там был секрет. Есть. Я нихера не вижу вообще просто. А можно я поймаю кого-нибудь? Пожалуйста, я же... Вот могу, да-да-да-да, я могу. О, господи Иисусе, как я их сейчас убил? Платина, нихуя себе. Да. И это было сейчас красиво, красиво. Вроде нет ничего, да? Ну ладно. Ой, а куда это нам надо прыгнуть-то сейчас? Что-то я... Куда-то? Ой. Что-то я не понял. А, значит, сюда надо прыгнуть, да? Синюю эту хрен... Зеленую эту хреновину, да? Видимо. Во. Тихо. О, блядь! Да! Бля, серьезно. Все, гуфч.
Вот это я вообще не ебу, как проходить. А можно не такое количество кораблей? Да, подожди. Нет, стоп, стоп, стоп. Давайте нет. Да. Господи Иисусе, кто дизайнил это дерьмо? Да вы серьезно? Да не надо так делать! Не надо так делать! Да подождите! Да. Да вы что, серьезно, что ли? Не, вы что, ёбнутые, что ли, разработчики? Вы ёбнутые? Вы ёбнутые люди? Вы ёбнутые? Вы что сделали, блядь? Как это проходить? Вы здоровые вообще люди, нет? Повезло. Будем честны и откровенны. Пиздец. Вот здесь где даже секретка быть. Во, вон она. Ну это, по-моему, не все, кстати. Да, вон туда еще можно. Да, на понтире, наверное, надо, да? Нет. Ладно. Хорошо. А как? Так, не понял. Лазурит. А как туда попасть? Она на пантере не хочет. Куда мне вообще идти? А, идти потом туда надо, явно. А почему она не хочет туда долетать на пантере? What the fuck? На пантере на птиц? А у меня нет птиц. То есть без птицы туда никак, да? Или может в последний момент, если прыгнуть? У меня, по-моему, нет птицы. Да, у меня нет птицы. Птица, это, по-моему, в воздухе надо было вот это. Давайте попробуем на пантере. Последний момент. Нет! Нет. Так а нахуя она нужна, эта птица? Она же бесполезная. Только ради того, чтобы секретку одну в игре взять. Как бы это такое себе. Она же бесполезна, птица-то. Ну, полетаю я на ней пару раз. Где-то там. Что? В бою-то она бесполезна. Да, ты сейчас, чтобы не ожили. Так, а что-то там вроде был еще проход, ну ладно. Зараза!
О, ворона. Эть. Успел. У тебя же к врагу есть. Ну потом денег будет, купим. Я просто деньги на сердечки тратил, на дополнительные. О, давайте мы на расстоянии, может, разобьем, а? Ну я так и знал. Я вот не понимаю, почему не работает Twitch Time. Да не, ну это нечестно, ребят. Разработчики, вы охуевшие, что ли, совсем? Вичтайма нет. Ебанутые разработчики, просто ебанутые разработчики. Сейчас бы давать двух врагов бессмертных, блять, у которых еще вичтайма нет. Вообще гениально, блять. Придумать по механике вичтайм, но сделать, чтобы он не работал. Просто заебись, вообще молодцы. И придумать механику, которую мы будем выключать игроку, чтобы он ей не мог пользоваться. Это вообще гениальное решение. Просто гениальное, блять, решение, я считаю. Сейчас бы, конечно, выключать вичтайм. Ну понятно, тут нельзя будет ничего делать. Да не надо так делать! Ну тут просто я долгий не могу комбо делать, поэтому делаю максимально быстрее. Ёб твою мать! Наконец. Пиздец! Просто пиздец. Well, see, да, понятно, почему слэшеры вымерли, собственно. О. Интересно, за суд сделают третью байонету легкой или такой же сделают сложной, как это? Бля, прям даже хз. Is that cat your friend? Yes, he is. His name is Cheshire. He's cute, isn't he? А, вот почему она Чеширом зовет. У нее кукла была чеширская в детстве, понятно.
Чешир, это порода. Ты дурак. Это не имя. Бля, каждый раз, когда я про чеширского кота вспоминаю, я хочу Алис Мэдна с Ведьмом поиграть. Блин, какая ж охуенная игра. Так. Снимаю кнопка. Я еще здесь все время путаю, что здесь почему-то милишная атака это Y, а не квадратик. Ну, если не видите. И это прям пипец тяжело. Я въезжаю в стройку. Ой, блядь. Ой, блядь. Нормально сойдет. Почему они сделали милишку обычную на Y, а сильную на B, я вообще не понимаю. Слушайте, а это нам что это? Подождите, это я секретку что ли открыл? Вот там секрет. Ну, вот там секретка. Ну, пойдемте попробуем птицу купить. Может, мы туда хотя бы долетим. Я случайно открыл секретку, лол. Так. Техник. А, нет, мне не хватит. Ну да, вот это, по-моему, да, птица? Интересно, а после пантеры можно сразу ее прожимать, да? А, да, можно сразу после пантеры ее прожимать. Так а нахера она нужна? Не, у нее чарджа нет вроде никакого. Лоу, это что за хуйня? Это она стрелять умеет? Чё? Она умеет стрелять? Вау! Она умеет, оказывается, атаковать. Не, ну это чит. Ну мы купим, ладно. Ну а свитки не хватает. Нам нужно 300 колец. Попробуем сейчас 300 колец найти и купить на следующий этап. Может быть, мы даже вернемся. К сожалению, продавать атему здесь нельзя, поэтому... Не, ну ты дамажит писал, я думал это так, типа дамажит как бы просто клювом там как-нибудь еще что-нибудь. То, что она стрелять умеет, я вообще не сказал. Блин, нам бы 300 колец было денег. Слушайте, а если мы не допрыгиваем, мы же выживаем, там же земля. О, мы допрыгиваем. Так, а можно колец мне, пожалуйста, со статуй? Ага, понятно. Ёб твою мать, что это было? О, это ты по адресу, бро. Это ты по адресу, родной, это ты по адресу. Вот в эту сторону, да, купить? Бедный мой геймпадик. Опа, домой. Все. А домой, а ничего не знаю. Ну вот, я птицу купим. Откройте, пожалуйста, откройте мне мой сундучок. Откройте сундучок. Вот, сабнись на канал, да, и помоги разлочить эти самые. Вот, видите, бот напоминает вам, что надо сабаться на канал. Ну и донатить там. Кто смотрит. Опа! Так. Слушайте, а мы можем вернуться, интересно, туда? И открыть тот сундук. Бэктрекинг здесь интересно нас выпустят? Я думаю, что нет. Мне почему-то кажется, что у нас не выпустят.
паровозиком обратно. Ну, попробовать можно. А, блин, там эти самые. Мне кажется, до паровозов не дадут нам добежать. Да, там потом еще по этой. Не, нахер, короче, паровозы. Ну, предположим. То есть они там специально для того, чтобы мы могли халявить мобов? Ни хрена себе. Как несправедлив мир. Смотрите, как нечестно. Мы типа, короче, на чите выигрываем. Я, чё оно? Включайся, давай, ну! Ну это не абуз. Это игрой предусмотрено. Так, старин чувак. Nothing personal, как говорится. А, еще действует? Ну я не ожидал такой халявы от игры. Игра, ты меня удивляешь. Ну ладно, хорошо, мы заказали с вами воду, а дальше... А дальше... Собственно... В воде можем ходить. Ну хорошо, да, окей, ладно, мы можем ходить в воде. А чего толку-то от того, что можем ходить в воде? Ну, для чаржа надо два раза прицел нажать. А что-то нет. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я просто сейчас пока не получает. Надо сначала дракона этого отмудов. Придурок, иди сюда. Блин, чувак, ты душишь. Так, сейчас надо его не дать ему уйти в воду. Во! Сюда. Ой, хорошо. А может, меня не разлучена, кстати, эта хрень. Может быть, она и есть. Чувак, ты тотально заебал. Бля, он еще и сныкался. Вот сука. Ну ты козел, ну ты чувак и козел. Ну тут сначала наш враг появился. Где этот придурок? Господи, тупой змей, иди сюда. Ну. Вон. Не надо, сука, да не надо. Ну ёб твою мать! Ну чувак, ну ты такой тупорылый, ну это пиздец! Ёб твою мать, какой же ты тупой! Змей, ты тупой, ты знаешь, ну, что ты тупой? Где этот придурок? Я услышал.
Придурок, я слышал же. Бля, что-то играл, я не помню такой духоты в игре, чуваки. Это что-то прям вообще духота. Чувак, ты душишь, пиздец. Где этот козел? Сейчас мы, короче, 50 мудохаем. Если окно... А, во! Наконец-то, боже мой. Сейчас бы воздушный поцелуй под водой бы это самое. Так, ну хорошо. И это нам дает что? А, ну да, действительно допрыгиваем, окей. Так, подожди. Тут могут быть секреты. Ну ладно, хорошо. Ты глава бесконечная. А, вон, наконец-то она закончилась. Бесконечная глава. О, почти, смотрите, все эти самые открыли. Кроме одной. О, пьюр платину. Опять разлучили. Я не знаю, нахера я юзаю айтемы. Учитывая, что все равно подыхаю. Если бы я не юзал айтемы, мне хотя бы 5000 дали бы за то, что я не юзал айтемы. Нахера, если я все равно подыхаю, я айтемы юзаю. Еще деньги на них трачу. Ой. Да ладно, да я попал же. Ну, 60 нормально. Ну, давайте, да, поменяемся. Нам нужны деньги. А то там еще сидит сейчас на стакает. У вас сидит нет ни хрена. Так, перерывчик, минутку, да, минутка перерывчик, и потом пойдем с вами это самое, следующую главу. Бежите, да, в чатик, не стесняйтесь, если есть новые зрители, подписывайтесь на канал, группа ВК, Дискорд, там новости, уведомления, и замечательная ссылка, ваша любимая, я знаю, вы все ее любите. Это сложно. Сложная игра. Вот. Ой, у меня уже и спина болит, чуваки. Короче, ладно, минут вперед. Так, я уже тут.
Ну что ж, продолжим. Даже смотрите, люди есть. Может, на вторую, кстати, тоже придут. На вторую, по идее, даже может быть больше, чем на первую, потому что, ну, типа, вторая же она не у всех была. У меня руки аж дрожат, у меня пальцы дрожат, если честно. Жесткая игра. Только хардкор. Так она вроде всех убила, чё я-то... Она все, она убила всех. Ну хоть ведь там вернули. Так, давайте попробуем, кстати. Не, двойной этот не дает ничего. Нет, двойной ничего не дает. Но какие-то хреновины летят во врага зачем-то. Не знаю чем, но это ничего не дает. Мана вон была. Не, что-то как-то... Какие-то тефтельки она в них кидает и все. Какие-то тефтельки от нее начинают отлетать, да, во врага. Там причем сколько раз нажмешь, столько тефтельки отлетит. Но что это значит, я не знаю. А, в форме человека? А, ну сейчас посмотрим. Нет, чаржиться можно вперед плюс удар. Она делает такой даш. Это есть, да, в игре. Но мне просто не очень удобно называть вперед, вперед РБ и Y одновременно. Это очень удобно. Да мне, в принципе, чаш-то не сильно поможем. Главное, что она стрелять умеет в этой форме, это круто. Вот хомяка они зря сделали во второй байонете. Вот этот хомяк, который там бегает, он прям пиздец раздражает меня.
У него еще озвучка такая ублюдская, там у него акцент этот английский, ненавижу дебучий английский акцент. Британский, то бишь. Ну что ж тебе нам делать, котенок? Он покоцал тебя, да? Ё-моё. Тентакливое солнце. Сейчас Лазурит должен сказать, что порнухи его видел своей. Да, Лазурит? Угу. Как так получается, что я того босса вообще не помню? Не, кстати, несколько раз R1 нет, не работает. Тоже начинают лететь эти хреновины. Но ничего не происходит. А, ну это тип маячок отлетает, что типа включен этот самый. Ёбаный стык. Вот и сука, а. Так, и чё? Блин, я нажал, но уже было поздно. Пиздец. С ними все в порядке. Это стандартные анимешники, чувак. С анимешниками не может быть все в порядке, они от рождения такие. Так, чувак, давай ты, ёб твою мать, остановишься хотя бы на секундочку, блять. Просто, блять, ты остановишься, ёб твою мать. Короче, я хз, что делать? Ага. Да. Ебанись. Просто ебанись. Чуваки, боже мой. Да иди ты нахер! Все, одну тентакль отхерачили. О, бесконтактный бой пошел. Чувак, я вообще-то здесь. Понятно. Я не понимаю, что надо сделать. Слава богу, здесь на Evade всегда одни и те же кнопки. Да, мужик, я не понимаю, что ты хочешь от меня! Кто делал этого босса? Паттерн, пожалуйста, разработчики, блядь!
А, ну да. Жесть. Эх, ты ёпта успел. Успел? Сука, меня закидывать. Блять, посмотрите на него нахуй. Закидывать, блядь, любитель, а? Сейчас я тебя, блядь, закидаю. Всё. Чучело ебучее, блин, а? Все. Мастер бесконтактного боя. Ой, тихо успел. Ёбаный стыд. Я сейчас еще бы, если не нажал, это было бы совсем забавно. Как насчет теперь, котенок? Недостаточно все еще, да, говоришь? Ну да, посмотрим по сторонам. Впечатляет твоя сила, впечатляет, конечно. Люмен, да? Какой-то. Два глаза у него, один светлый, другой темный. Почти как у этого самого Волонда. Присматриваем за миром. Короче, я сюжет здесь все равно ни хера не понял, поэтому... Прошел все миссии на S. Быстро ты, Лазурит, быстро. Это он там Devil May Cry 5 проходит. Ну, благо Devil May Cry гораздо проще, чем Bayonetta. Там проблем не будет. Людей потерял, говорит, ну я думаю, с ним все будет хорошо. Сколько глав в игре? Кто-нибудь помнит? Вот так на память. Сколько глав в игре, чуваки, в Bayonetta? Ооо, ничего себе, смотрите, сколько я поинтов-то заработал, охренеть. Даже стрелялка будет, хотя патронов не нашел. 16 плюс эпилог, ага. Значит, надо еще одну копнуть. И чтобы на следующем стриме уже пройти. Ой. 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 А, ладно, чисто. 35 сойдет. Ну да, правда, я не знаю зачем.
Может, вот это было бы, конечно, купить. А, ладно, давайте на кольца поменяем, похер. Так, 12, 14, 15, 16, еще эпилог. Да, 6 это многовато, это надо еще одну пройти сейчас тогда. Пойдемте купим еще одно сердце. Жалко, я не нашел пластинки. Но они мне, в принципе, не нужны. Блин, у нас почти с вами это самое. Давайте купим ладошку. Тут по техникам Iron Dodge у нас тут есть. Или это вот как раз чардж есть. Так. А, это вперед twice quickly. Не, ну кстати, неплохо вообще. Может, и имело смысл, кстати, взять. Так, почему ты... Во. Слушайте, а мне нравится, кстати, может ее взять? Прикольно. Это что такое? А это в воздухе. Не, в воздухе это нам не надо. Backward to forward, ой, backward to forward, не знаю. Нет, это нет, это посос. Чё? А нахуя я это делаю, кто-нибудь понимает? Ну, чё-то я даже как не знаю. А, ну что подкинуть еще, понял. Ну, я не думаю, что синих мобов можно подкинуть. Umbra Spear. А, вот! Блять, вот ты мне о чем говорил. Ее разлочить надо. Я так и думал, что ее надо разлочить. Ну да, вот оно. Угу. Не, ну в принципе заебись на самом деле тема. Давайте на нее тогда покупим. Давайте ее купим потом. Да ничего, я так и думал, что это самое... Вряд ли она ману будет требовать, потому что ману вроде требует только то, что за аксессуары. А, можно было, кстати, купить. Блять, можно было купить. Подождите, можно загрузить сейф и не покупать просто шприц с вами. А, можно загрузиться. Можно просто загрузиться и не покупать шприц. Вот это. Во! Всегда сохраняйтесь перед походом в магазин. И тогда проблем не будет. Так, техники. И, соответственно, сердечко. Ну вот. Талисманы. Вот они нужны. Требуют ману, как правило. Twitch Time will be instant triggered explain ножи. Вот это можно сделать, что сразу будет Twitch Time включаться. Counting enemy хилит тебя.
Ух ты, ничего себе, смотрите, какая имба. When that user dodge incoming danger, the beats will launch a magical counter-strike against the attacker. А, да, это хрень, он, короче, будет... Да-да-да, я помню, тему надо выключать, мечтаем, не хочу. А, это, короче, Перри. Это Перри. А, эти еще пока недоступны, все. Новых никаких нет. Не знаю, надо будет какой-нибудь, наверное, купить. Но, блин, мне лень копить столько денег. Это, наверное, для перепрохождения полезно. А так сейчас, конечно, покупать неохота. У меня столько денег нет. Мне сердца покупать надо, приемы покупать надо. Стреляю я не так хорошо, чтобы столько поинтов себе нафармить. Я зря предметы покупал. Надо было, короче, это самое, не покупать их и не юзать нахера. Лучше сдохнуть заново, начать с full HP. Чекпоинт. Вот на боссе еще имеет смысл, чтобы босса заново не ковырять, а на этапе зачем? Надо было гуф прописывать и все. Она говорит, я и без очков могу монстров, кстати, видеть, если что. Говорит, долго твоя мама от этих монстров-то убивает? Мама моя ведьма. И ведьмы защищают людей, и они очень сильные. Я когда вырасту, я тоже буду ведьмой и буду защищать свою маму. Ты думаешь, ведьмы действительно это делают? Ладно, не важно, забей. Не буду спорить с маленьким ребенком. Сам разберусь. Да, я уверен, что разберешься. Черт. Ты никогда, говорит, не успокоишься, да? Всегда хочешь меня впечатлить. Кстати, твое. И не... Ты же не плакала, когда я уж меня не было, правда же? Нет, не плакала. Молодец. Не важно, как я спрашиваю, не важно, сколько раз я спрашиваю. Ты всегда отвечаешь одно и то же. Мой отец был тоже журналистом. Он, говорит, был в два раза круче, чем тот человек, каким бы я мог стать. Он был, так сказать, одержим своей карьерой, бла-бла-бла. Короче, я так понимаю, что она мочь канула его батю. И он ее допытывает, действительно ли она мочь канула его батю. Лазурит, она действительно мочь канула его батю? Welcome to Vigrid, 500 years later. 500 years. Ну и пошла, короче, это самое уже больше, это я не хочу. Так, ну ладно. Тут еще потом этап будет такой на ракете, верхом на звезде. Ой, ёп. Она нихуя не она, узнаешь кто. А, ну окей. О, смотрите, секретку нашел. Не зря умирал. Видали, как я грамотно умер? Вы думали, я просто так? Нет. Это просто секретка была, и я такой, типа, надо было. О, видали? Не, ну... Не надо так делать, слышь? Что там за тентакль меня ебашит? Нет, да отстань! Опа! О, на халяву!
Видали, мы ее не купили, она нам как раз и упала. Нормально, нормально. Профессионал. А я и не хотел туда идти. Чего вы решили, что я хотел туда? Я не собирался. Я лучше записку просто залечу и все. О! Книжка. О, платина. Еще одна. Ё-моё. Это что, мы сейчас по ним будем прыгать обратно в самолет? Серьезно? Лоу. Напоминает немножко этот самый Resident Evil Code Veronica. Блять, кто играл? Я, чё ты не стреляешь по нему больше, алё? Чит? Ты чё, дашь мне не работал почему-то сейчас, непонятно почему. Видимо, реально может мана на это тратить. Надо посмотреть потом, тратится мана, нет? На чардж. Ну-ка. Не тратит. Бам! Бум! Ой, красиво! Подожди, она птицей стреляет маной? Бля, это чит? И она бесплатно должна стрелять, просто потому что она обязана, она птица. Вообще, не, ну это нечестно. Так, ну нам не нужно это самое. Блин, что я сделал? Ага. Ясно, понятно. Сначала улицу сбегать? Я уже, наверное, не могу. Вот я попробую. Ой, смотрите, я секрет, по-моему, нашел. А, ой, да, секрет, покажись. Мне кажется, сюда не предусмотрено было, что я пойду. Хватит меня пиздить! Да хватит пиздить меня! Да, чуваки, ну серьезно, ну камон. Не, ну... Че они меня пиздят-то так? Да, чуваки... Да хорош! Да что меня бьет?
Блять, меня что-то постоянно пиздит. Ну и нахера я сюда приперся? А, тут вещами надо пройти было. Упс. Ладно, это потом. А, стоп. Ёбаный стыд. По-моему, мне пиздец, да? Оу. Ну, я так понимаю, все, да, уже? То есть тут не пройти. А, я еще это просрал. Вообще, заебись. Да ну нахуй, серьезно. То есть игрой не предусмотрен, что здесь можно пройти? Да я не видел, что там еще турбина одна, что я через нее каким-то образом прошел. Турбины рядом-то не было? Бля, ну это бездарное решение дизайнерское. Вот это бездарное плохое решение. Вот это ужасно плохо сделано. Это ужасный момент игровой. Спокойной ночи, Твась. Вот это вообще бездарное решение. Просто наибездарнейшее тупое решение, блядь. Просто наибездарнейшее тупое. То есть это ужасно плохо сделано. Вот сейчас бегать, наверное, еще до того, как мы открыли дверь, или уже после того, как мы... Давайте сначала дверь, наверное, откроем. Во. А теперь давайте сбегаем. Подожди, а как мы сбегаем в начало уровня? Стоп. Так а как я в начало уровня? Я же в стриме. Так, стоп. Я как-то вообще могу писать. Вот смысл, а, ну может отсюда. А как я... А, ну давайте попробуем. Вот так. Вот так. Так. Ой, бля. Не могу, не успеваю. Понятненько. Ну, давайте сходим. Давайте сходим, посмотрим, что нас здесь ждет. Я не думаю, что что-то легкое. Ой, бля! Ой, не, я сейчас попробую разочек. Не, это слишком душное дерьмо. Не понял.
Да ладно, серьезно. Ну ладно, попробую еще пару раз. Но мне кажется, что ничего у меня не получится. Этот режим плохо, слишком сделан плохо. Не рассчитано на то, что в него будут люди играть. А, я когда бью его, я сам демедж получаю. Гениальные разработчики, гениальные. Они еще и придурки на всю башку отмороженные, понятно. Гениально, они еще и в огне все. Я... То есть их можно бить только этой хуйней, я понял. Не, ну это пиздец. Ну, огненный, да. Ну, не надо меня, пожалуйста, пиздить так, ну это... Какая универсальная комба. Не, я это говно проходить не буду, это слишком плохо сделать. Это слишком плохо сделано, это не рассчитано на то, что в это будут люди играть. Это ужасно плохо. Я как бы не против драться, я не против драться, но когда они могут на халяву бить точку, в которой я физически не могу находиться и дефать, это бездарно плохо сделано, это ужасно плохо. Вот это говно, это худшее, что в этой игре есть. Я в это даже пытаться не буду играть, это слишком... Я одну такую прошел, как бы... Но это слишком плохо сделано. Это бездарно плохо сделано. Надеюсь, во второй такого не будет, потому что это сделано слишком плохо. То есть, если бы надо было драться, не вопрос. Какой бы сложной ни была, не вопрос, пожалуйста. Драться готов. Но то, что... Блять, пожалуйста. То, что сделали, нет, это ужасно плохо. Это не должно быть настолько плохо сделано. Пожалуйста! Да тут нет турбины же! А, стоп, в смысле? Вот эту, если хорошая будет, не вопрос. Готов пройти. Не понял. А! Мы не можем, да, туда просто зайти? А, это можем, нормально. Она почему-то подумала. Нам же потом, чтобы вернуться, то как бы мои будет еще нужны. Так, defeat one is before time access. Enemy can be defeated during which time. А, ну это нормально, это можно. О, да ладно. Вау. Ничего не понял. Я не понимаю. Я же нажимаю правильно все. Ну и чё? Я не понимаю, почему не работает уворот. Почему, во-первых, не включается Switch Time, во-вторых, почему не работает уворот. Игра, ты чего, сломалась, что ли, игра? Не надо, пожалуйста, вот такой хуйни. Давайте я нажимаю кнопку, и она работает. Где Switch Time? Охуенно. Ну. Я не понимаю. Блять, игра. Игра, ёбаный стыд.
Да. Бля, я не по... Блять, я не могу. Я не могу дамажить ее. Почему я не могу ее надамажить-то, блять? Я не могу по ней вообще попасть. Ничем. Ни одной атакой я в нее не попадаю, блять. Вообще ни одной. Я не могу ее дамажить. Ну я же нажал. А, да, нажал. Да. Лузырь, у тебя есть идея, какой атакой лучше это делать? Может просто стрелять? Мне кажется, если я буду просто стрелять, больше будет демеджа. Может вот так? Да, только раньше. Взрывами ты имеешь в виду заряженной этой самой? Вот этой? Не, не дамажит. Ну ёб твою мать, ну я же нажал. Да как? Ну игра, ну пожалуйста, ну как? Не, я вообще, я не понимаю, какой атакой. Какой атакой можно просто задамажить ебучий шарик этот сраный. У меня никаких взрывов нет. Я не понимаю, какой атакой я могу нанести, блять, урон. Да, да, надо стрелять. Надо просто стрелять, короче. Я, у меня нет оружия, которого я мог наносить урон. Да как я со сферы оставлю? Я ж никак не оставлю. Как ты ударил меня, ёб твою мать, отменив, блядь, я тебе атаку отменил. Ну я же нажал, ну игра, ну пожалуйста. Ну здесь я неправильно нажал. Ладно.
Да, надо просто выстрелами. Апперкот я покупал. Это ты вот про это? Демоджа. Хотя не, нормально. Кстати, точно, во. Молодец. Ну, сейчас я не убью, конечно. Но... Ну, можем попробовать. Вот это, да, вперед ногой, это хорошо, кстати. Ну, в смысле, ногой в воздухе, это, кстати, есть шанс. Потому что пистолетик, это, конечно, такой себе. Бей, 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 давай, давай. В смысле? То есть... Да. Да ёб твою мать. Как ты меня ударил, если я отменил твою, блядь, атаку? Хорош. Бля... Так. Второй удар сейчас почему-то не делал. Блять, не пройду. Да, не пройду, чуваки. Пиздец. Я не знаю. Это слишком бездарные, тупорылые разработчики. Они слишком плохо сделали эту игру местами. Это невозможно пройти, чуваки. Это просто, блять, невозможно пройти. Я не знаю. Я не представляю вообще, как это нахуй проходить. Давайте я просто возьму дробовики на ноги. И посмотрим, какой будет урон из дробовиков. Может быть, я плетками могу наносить как-то удар? Давайте плетками попробуем. Может быть, я могу... А, блядь, плетками, ёпта, она достает плетками. Все, нормально, она на это. Вроде бы, блядь. Да, она плетками достает. Все, нормально. Да пожалуйста, да перестань, ты просто пиздить. Все бы ничего, но когда вот... Шарик именно на морде, она отказывается. Так, говорит, пожалуйста, буду дамажить, да. А вот так придется стрелять просто.
Почему-то, когда на носу шарик, она не дамажит. Бля. Почему отменилось-то? Бля, я не понимаю. Я не... Ну это, короче, проходимо, но, к сожалению. Проходимо, но, к сожалению, не сейчас. Потому что я не знал, что когда на носу у него эта хрень, его задамажить плетку нельзя. Да... Ну, чувак, ну серьезно, ну бля, ну пожалуйста, не надо так делать. Яс. Очень талантливые разработчики делали это дерьмо. Не, ну в целом демош хорош. Не могу, рано. Рано. Не, попал. Да я же нажал, ну даже слышно, ну разрабы. Ну ребята, ну нажимаю же кнопку, ну нахуя я ее нажимаю-то, блядь? Ну ладно, теперь, короче, времени хватает. Блять, ну нажал идеально вовремя. Если я сейчас не отгребу, и он не будет птицей летать. Блять, нахрена я нажимаю эту кнопку? Я не понимаю, я нажимаю идеально вовремя. То есть нажать лучше невозможно. Вот он начинает, блять, замахиваться, и я нажимаю кнопку. Ну хоть плетка пригодится. Ран. Да как? Блять, разрабы, вы конченые ублюдки просто и подонки. Как? Да как ты меня? Я отменяю твой удар! Я отменяю твой удар, ты это понимаешь? Я отменяю его. Ты не можешь бить меня на похуй. Это так не работает. Я отменяю твой удар. Рано. Рано. Ну, по времени успеваю, в принципе. Нахуй, надо отойти подальше. Т-
Птицу не надо. Птицу, блядь, не надо. Не надо иголок, блядь. Я его... Игра. Бля. Не, ну он то отменяет, то нет. То есть, как бы, я так понял, что если ей отменить первый удар, то она второй не делает. А второй внезапно она иногда делает. То делает, блядь, то не делает. Ни хера понять невозможно в итоге. Вроде как, если ей отменяешь, то она не делает второй удар. А потом хуяк так и говорит, нет, делает. Благо я заметил, что у нее глаза загораются, короче, если она второй удар будет делать на похуй. У нее глаза тогда загораются, и можно тогда на похер. Так, теперь вопрос на миллион. Как мне отсюда съебать теперь? А, ну слава богу, мобы все еще живы, да. А можно мы... Понял. Чуваки. Спасибо. Понял. Блять, ну конечно, конечно, еще один. Ну давай, 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 быстрей. Да рано. Давай. Ить! Молодец. Сюй, нахер. Фу. Есть. О, пиздец. Чё-то мы слишком много времени там потеряли, правда. Ну да ладно, это было интересно. Привет, Хрюнда. Надо донатить деньги стримеру, потому что... Ты донатишь, тогда все заебись. Не донатишь, все плохо. Вот ты не задонатил, поэтому тебе все плохо. Ты бы задонатил, если все было бы заебись. Вот Вася сегодня задонатил, весь стрим посмотрел, говорит, заебатый стрим. А ты ведь видишь, не задонатил, ты недоволен. Донатить надо. Так, ребят, надо заканчивать этап. Ой, не-не-не, только не этим оружием. Ух ты, сучка. Опа. Где ты там? Господи, какая охуительная дуэль. Ты сучка. Данте у нас тут прям. Ох ты, сука. О, на тебя можно вичтайма надо включать. Ты смотри-ка, а. Тут зараза такая, а. Сука, ты остановишься, не? Подожди, ты все, что ли, тебя переклинило, родная?
Все? Давай, 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 давай. Нет, я не передамажу. Мне передамажил. Раньше одного бара, если оставалось, не хватало. Давайте попробуем без хилки. Без айтемов. Без айтемов. Короче, здесь они, я так понимаю, как Данте с Вирджилом, да, у нас? В Devil May Cry постоянно обречены друг другу мудохать. Ну, потому что им просто делать нехуй. Ну, они два демона, ладно. Ну, это две ведьмы, в принципе, все понятно. Ты чё, она доебался до нас, Лазурит? Мы же вроде бы напарники. То есть Вирджил там понятно. Вирджил ненавидит Данте, потому что типа как бы батю поделить не могли. Любовь отцовскую и все такое. А... Да, я понял, что этап еще не все, но что поделаешь. А эти ты чё срутся, я не понимаю. Хотя Вирджил с Данте тоже надуманно, очень сильно надуманно. Ну ладно. Типа окей. А, понятно, у нас нет ни хрена, что я пришел. Да не, в Байонете, чувак, сюжет не это нереально. Это же не Devil May Cry. В Devil May Cry простой сюжет. А во всех пяти. Ну там как бы не заморачивались. А здесь пиздец какой-то вообще творится. Я ни хера не понимаю. А, все. У нас, благо, птицы есть, поэтому нормально. Главное, что мы бабу убили без этого самого, без айтема. Будем читерить птицы, короче. Маловато они, кстати, нового в пятый Devil May Cry привнесли, именно нового контента, новых персонажей. Потому что Ви, как оказалось, это просто человеческая сущность Вирджила. Типа, камон, чуваки, блин, в натуре. Ну, вы хоть что-нибудь новенького, как какого-то персонажа бы нового сделали, но полноценно нового. То есть, как бы, босс главный — это демоническая сущность Вирджила. Как бы, ой, бля, сорян, кстати, есть кто, блядь, я соспойлерился, пиздец, если кто-то, ой, бля, сорян, чувак, я просто думал, что тут только Лазурит, если кто-то еще смотрит, сорян, вот, ну просто суть в том, что, ну, вообще новых персонажей не было в игре, за всю игру, блядь, ни одного нового персонажа, можно же было как-то все-таки, ну, как бы, ну, новых кого-нибудь, ой, а что мне делать надо? А, мне девочку надо класть, да, как обычно, я понял, да. Угу. Да, надеюсь, что все, кто хотели, в Devil May Cry уже поиграли, и спойлера не будет. Хотя, если честно, я вообще не ебу, как бы, насколько это может быть таким критическим спойлером. А, понял. Ладно, еще раз. Да подожди. Да ёб твою мать! Нико, а она ж, по-моему, была, не? Она, по-моему, была уже, не? Не надо, пожалуйста, ее трогать!
О, господи, это что такое? А, на новый персонаж все-таки, да? Потому что там было же всегда три бабы. И в этой игре три бабы, не? То есть там была, подожди, нет, стоп. Там была одна из первого Devil May Cry. Или как там ее, не помню. Которая там все с базукой бегала, так? Вторая это Триша. И третья это Леди. А, Леди не было в этой игре, походу, да? Нет, Триша это, которая на мать его похожа, да? На дантовскую мать. По образу подобию сделана. Окей. Леди это... А, ну, в общем, я, короче, сейчас перепутал. Ну, ладно, значит, не было, окей. Я думал, она всегда... Ну, там просто всегда три было. Я помню. Ну, как, относительно недавно три стало. Вот. Ясно. А, Леди это с базуками. А, это из первого, да, Devil May Cry, как раз? Ясно. А я думал, Леди это другая. Да. Я нихера не понимаю вообще. А, я знаю. У нас есть плетки, блядь. Ну не надо их пиздить-то ее так. Чё вы делаете-то? Да почему? Да оставьте вы девочку в покое, блядь, японцы, сука. Да почему вы так дрочите на этих девочек, блядь? В четвертом резике зачем-то добавили, блядь, девочку, которую надо защищать везде и всюду. Блять, что-то с девчонкой не то опять. Ёб твою мать, разработчики, как вы заебали. Да блевотины, блять. Да блевотины, я говорю, заебали, суки. Да хватит ее трогать! Да пожалуйста! Да пожалуйста, игра! Ну пожалуйста! Ну у тебя же есть что-то святое! Блять, как перестать быть птицей? Господи, сколько уж у вас хп, а? Ну я там, да, я затупил, что там можно по стенам бегать. Я думал, что надо, может, успеть как-то или типа того. Все. Айтем сам юзанулся, я не мог его не юзануть, к сожалению. Блин. Нормально. Ну я не знаю, ну можно в принципе уже через айтем, похеру, хотя тратить. Давайте сэкономим, давайте. Мало ли, может, что-нибудь купим. Все. Спасибо, что смотрели. Я смотрю сегодня Байонетку, даже людям было интересно, даже новые зрители вроде как заходили, это может быть старый фолловер был, не знаю.
Но так или иначе, здорово, что заходят люди на байонетку. То есть не все так плохо, как я думал. И это приятно. На следующем стриме попробуем ее допройти. Вот. И потом будем думать уже. Ну, потом у нас будет Dark Souls 1. С модом на перестановку врагов, усложняющий игру. Вот. Будет у нас еще, естественно, Секира после Dark Souls. Ну, собственно, Dark Souls и будем в преддверии Секира стримить. Вот, фромовская игра. Ну, а потом уже в апреле, я не знаю, что будет в апреле, я ничего обещать не буду, но постараюсь, наверное, Зельду постримить. Думаю, в принципе, это хорошая идея, купить Switch. И, может быть, в апреле будет Зельда, потому что там игр не выходит. От Warframe я устал немножко уже, я бы, честно говоря, с удовольствием бы уже... Кто-то... Друзья забавку, заявку там, в ВК, я не знаю, кто это такое. Сейчас посмотрим, есть ли он в группе ВК. Если в группе ВК есть, можно и добавить. Если нет, то нет. Вот. Да, вступайте в группу ВК и Дискорд как раз. Да. И в друзья добавляйте только если вы в группе. То есть, если вы не в группе, то соответственно, нет. Не надо добавляться. Вот. Приходите, смотрите, донатьте, пишите. До новых встреч, до будущих. Побед, друзья. Спокойной ночи.